По природе женщина очень болезненная. Это не значит, что она больная. Она болезненная. У нее постоянно что-то побаливает. И это нормально, мужчины. Не думайте, что вам не повезло, как бы вы жену себе какую-то странную взяли. И что-то побаливает все время. Это нормально для женщины. У нее что-то там побаливает, здесь побаливает. Мужчина болеет только в реанимации. И женщины должны очень внимательно следить за мужем. Надо внимательно смотреть за мужиками, потому что мужчина не чувствует болезни. Это правда. Тело мужское не чувствует болезни. Он думает, что я здоров. А болезнь уже есть. Женщина же никогда не пропускает болезнь, поэтому женщины живут дольше. Хоть и болеют постоянно. Мужчины же могут жить дольше, если жена следит за ним. Я когда к глазному пришел, глаза проверять, со мной пришла жена, профессор говорит, а вы что пришли? Я говорю, это моя жена, она следит за всем, как я лечусь. Он говорит, я понимаю. Я говорю, у меня точно так же. Хотя я сам врач, но у меня жена следит за моим лечением всегда, потому что она женщина. Мужчина как бы по барабану не следит. Но если он уже включился в лечение, он знает, что он болен, тогда он будет следить. Но пока он не знает, он не будет следить. Поэтому мужчины часто пропускают болезни. Побаливает там, вываливается кишка. Не какаю я 5 дней. Ничего страшного, покакаю ведь все равно. Не понимает, что болезнь уже пришла в его жизнь.